Всем привет! Нашим щеночкам померанского шпица месяц и 20 дней. Получается, месяц и 3 недели. Почти уже 2 месяца. Вот такие они уже распушаются у нас. Все девочки. Крем соболь и белый крема окрас. Уже кушают они корм сухой, запариваю кипятком им еще. Ну, уже отлучили их от груди. Находимся мы сейчас в Испании, уже многие слышали. Но в связи с обстоятельствами мы сейчас находимся в Испании, поэтому щеночков будем доставлять отсюда. Если кто-то здесь находится, либо в других странах, можно у нас со мной связаться через социальные сети. Я оставлю под видео, в описании видео, оставлю свои социальные сети. И кто захочет пообщаться, поподробнее узнать о щеночках, напишите мне в социальные сети. Инстаграм, Фейсбук оставлю. Все расскажу. Все вопросы можете задавать мне в личных сообщениях. Можно будет организовать доставку в разные страны. Так что не стесняйтесь, пишите. У кого есть желание приобрести щеночка у нас. Будем рады пообщаться, ответить на все ваши вопросы. Все активные, веселые, крепенькие. Эти девочки будут светлее. Папа у них тоже белый крем, а мама у них крем-соболь. Но светлее. Вот эта темненькая из окраса уйдет. Темнота. Будут такие серебристые. А эти белый крем. И мама, и папа. Покажитесь, хоть покажитесь. Всем спасибо за внимание. Ждем ваших сообщений. И всем счастливо!